Владимир Путин подписал закон о повышении НДФЛ для состоятельных россиян. С 2021 года с ежегодных 5 и более миллионов рублей они будут платить 15%. Мера коснется периодических и активных доходов, связанных с трудовой деятельностью, включая зарплату и дивиденды. При этом она не распространится на средства, вырученные с продажи личного имущества, за исключением ценных бумаг, и выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Они по-прежнему будут облагаться по ставке 13%. Идея отменить плоскую шкалу НДФЛ принадлежит президенту. Он озвучил ее в июне. В ближайшие 3 года это должно принести бюджету около 190 миллиардов рублей. Вырученные средства направят на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями.